Ну что ж, отстояло лето, хорошая погода, пришла осень, тоже неплохая погода. Ну, вернее, осень у нас получается лучше лета, потому что вот сейчас бабье лето, хорошие деньки. Похоже, завтра уже этих погожих деньков не будет, то есть все быстротечно. И опять начнутся дожди, холода. Ну, у нас зато начинается реконструкция Масковос улицы. Сейчас мы это дело заценим. То есть убрались все машины, поставили знаки, остановка запрещена. И теперь получается, что стоянки автомобильные этому только рады, потому что все машины, которые стояли на Московской, им куда-то деваться надо. Ну, конечно, не все они уйдут на платные стоянки. Кто-то просто переставит в другое место, но кто-то перейдет и на стоянку, конечно. Вот, а сейчас вот мы поворачиваем и увидим, что уже убрали бордюрчики. Значит, выдернули, поставлены знаки, остановка запрещена. И плюс ко всему, уже фреза дорожная. Вот мы видим, тут уже работы ведутся, дорожная фреза. Что огорчает? Вернее, что радует? Радует, что у нас наконец-то появится Масковос, полноценная, до конца сделанная. Ну, а огорчает, конечно, что все это начали делать под зиму. Трафик сейчас по зиме, мы тут будем все вешаться, что называется. Ну, что делать? Такие вот легкие неудобства.